Не все тюменцы довольны грядущим повышением стоимости проезда и ограничением до 44 поездок в месяц пенсионерам по старости. Эти изменения должны вступить в силу со следующего года. Сегодня у администрации города прошел пикет, на который пришли около 50 человек. Участники не только озвучили свои требования, но и собрали более 500 подписей. Несем в Думу и попросим на основании устава города, статья 20, чтобы нам организовали публичное слушание по данному вопросу.